К другим новостям. Очередной скандал в Высшем Совете Безопасности. Одного из членов Совета, председателя Национальной комиссии по обороне и общественному порядку Сергея Сырбу, не пустили на заседание, хотя официальное приглашение он получил. К тому же и без него по закону он обязан участвовать в работе Совбеза. В президентуре отметили, что Сергея Сырбу не допустили на ВСБ из-за конфликта интересов, так как там рассматривали вопрос, связанный с концессией Кишиневского международного аэропорта. Депутаты удивили эти обвинения. Это абсолютный абсурд в немыслимых масштабах, потому что конфликт интересов устанавливается не так, как понимает Майя Санду, а исключительно согласно главе 3 закона номер 133 о декларировании имущества и личных интересов. Согласно этому закону, заинтересованное лицо обязано заявить о конфликте под свою ответственность, проинформировать руководство, воздержаться от обсуждения, голосования и обратиться в национальный орган по неподкупности и так далее. В моем случае без доказательства существования этого, без каких-либо выводов от НОН или других компетентных органов, отметил Сырбу. Кроме того, депутат напомнил, что сама Майя Санду голосовала за концессию аэропорта, когда была министром в правительстве Лянка. Он почесу де дефинитиваре се цинем кон де аческе сугестии, факуте де тоц колеги. Я вам мулцумеас, чине есте пенту ачест проект. Ва рог са вотаци. Импотива есте, ва мулцумеас фарте мулт. Депутат подчеркнул, что президент Майя Санду умышленно нарушает не только Конституцию, но и действующие законы и постановления. Он заявил, что использует все правовые рычаги, чтобы наказать тех, кто совершил это злоупотребление. Ранее министр юстиции Фадей Нагачевский говорил, что его нет в списке членов Высшего Совета Безопасности, как и главы НЦБК. Вместо этого Майя Санду пополнила его представителями гражданского общества, у которых нет доступа к гостайне.